Какие природные достопримечательности Чувашии юные фотографы считают самыми красивыми? В Чебоксарах подвели итоги фотоконкурса среди школьников. Эти работы составили новую экспозицию в культурно-выставочном центре «Радуга». Ее назвали «Заповедные уголки Чувашии». Одни школьники запечатлели самые красивые озера в своих районах – Аль в Янтиковском и Изерке в Порецком. Другие – водоем, полностью заросший телорезом алоевидным. Это необычное растение, похоже на ананас. Единственный водопад Чувашии, который находится в Маргаушском районе, тоже попал в объектив юных фотографов. Ребята прислали на конкурс полсотни работ, но для итоговой выставки были отобраны 20 лучших. Ученица 38-й Чебоксарской школы Аня Архипова любит снимать птиц, причем непривычных всем воробьев и голубей, а лесных обитателей, за которыми нужно буквально охотиться с фотоаппаратом. Для того, чтобы сделать этот трогательный кадр с семейством мухоловок, ей пришлось несколько часов выжидать в засаде. Сам процесс фотографирования занимает большое количество времени, так как нужно сперва найти птиц, подобрать правильный ракурс, удачный, да и более, и делать как можно больше снимков, чтобы потом из них выбрать наиболее удачный. Как прячутся среди болотной растительности ягоды клюквы? Как подкарауливает своих жертв хищная росянка? Все это смогла разглядеть и запечатлеть другая чебоксарская школьница Ксения Яхварова. Вместе с мамой и бабушкой она часто бывает в Заволжье, путешествует по стране. С помощью фотографий Ксения хочет показать не только красоту природы, но и ее хрупкость. Таким фотографиям, просто красивыми, хочется показать, насколько же у нас красиво. Какие уголки есть красивые. Вот, давайте, говорится, сохранять природу. 300-летний старейшина среди всех чувашских дубов тоже стал героем фотографий. Реки, леса, закаты и восходы. Авторы выискивали самые красивые ракурсы, места для съемок. Между фотографиями можно увидеть также удивительные разноцветные дубы-великаны. Это картины Людмилы и Аркадия Акциновых из коллекции музея. Взглянуть на природу Чувашии глазами школьников в центре «Радуга» можно будет до 15 августа. Ирина Ромадова, Наталья Егорова, Михаил Солин. Вести Чебоксары.